До конца года продлится ежегодная акция «Прощайте пени», которую проводит региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. В течение 3 месяцев любой абонент может списать штрафы за просроченную оплату вывоза мусора, начисленные в период с января 2019 по декабрь 2023 года. Для этого собственнику жилья необходимо полностью оплатить основной долг. В прошлом году в ходе аналогичной акции «Прощайте пени» участие в ней приняли более 3000 наших абонентов. Основной долг был погашен на сумму порядка 21,5 миллионов рублей. Вот, при этом на штрафах наши потребители сэкономили более 1 миллион рублей. В Каширском кластере, куда входит наш муниципалитет, задолженность региональному оператору составляет 650 миллионов рублей. Из них 145 – долг жителей Ленинского округа. Оплатить текущие платежи и долг можно в обычном порядке – по квитанции и в личном кабинете.